Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить интересный пасхальный декор. Размеры работы, как и цветовая гамма, могут быть любыми другими на ваше усмотрение. Для работы понадобится гипсовый бинт, заготовка в форме яйца подходящего размера, самозатвердевающая масса, молды, акриловая краска и лак, столярный клей ПВА, а также различные мелкие детали для стойки. Более подробный список материалов вы найдете в описании под видео. Гипсовый бинт нарезаем на небольшие кусочки и оклеиваем половину основы. Толщина слоя должна равняться приблизительно 8 мм. Бортики зачищаем наждачной бумагой, а внутреннюю часть выравниваем финишной шпатлевкой. Пока шпатлевка не полностью высохла, ее очень легко выровнять водой при помощи пальцев. Также можно выровнять внешнюю сторону заготовки, но этого делать я не стану, так как работа задумывалась в винтажном стиле, то все неровности поверхности вполне подходят и мне нравятся. Далее поверхность грунтуем. Я использую столярный клей ПВА, разбавленный водой. По бортику заготовки далее приклеиваем различные элементы из массы. Их можно вылепить руками или сделать при помощи молдов. Массу можно использовать покупную или самодельную. В данном случае я использую самодельную массу из рисовой муки и столярного клея ПВА в произвольных пропорциях. Смешиваю столярный клей ПВА и рисовую муку до образования пластичной массы. Далее делаем декупаж. Для приклеивания салфетки я использую акриловый лак.
Если рисунок небольшой, то по краям можно сделать подрисовку или приклеить кусочки той же самой салфетки. Ссылку на более подробные мастер-классы по изготовлению таких стоечек вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Далее основу оклеиваем при помощи бумажных полотенец или салфеток и клея ПВА, разбавленного наполовину водой. Также можно применить гипсовый бинт.
Покрываем акриловым лаком. Для гнездышка можно использовать рафию, сизаль, шпагат, мелкие натуральные веточки, перышки и тому подобное. Яйца для гнезд можно использовать покупные или слепить их самостоятельно из самозатвердевающей массы или полимерной глины. Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. В связи с последними негативными событиями на нашей планете хочу искренне поддержать всех моих зрителей. Придерживайтесь карантинных мер безопасности, чтобы оставаться здоровыми. Берегите себя и своих близких. Желаю всем вам выстоять, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Старайтесь отвлекаться от паники любимым творчеством. Желаю вам огромного вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!